В работе с товарищами, когда мы пытаемся объединиться, вдруг возникает ненависть даже без какой-то причины. Как можно прийти к просьбе к свету, чтобы нас исправил? Но как можно это сделать, если властвует ненависть к товарищу? Можно ли еще что-то сделать? Не надо переживать из-за ненависти. Не надо ее стесняться. Ненависть — это сила, которая пробуждается, которая подстегивает. Человек без ненависти, без зависти. Сказано, что зависть, страсть и стремление к почести выводят человека из мира. Если у нас бы не было этих отрицательных качеств, как бы отрицательных, то как бы мы пробудились? Я бы тогда все время... Даже не знаю, как сказать. От чего может пробудиться мое желание получить наслаждение, если не от зависти, страсти и стремления к почести, к почестям? Если я встаю с утра так вот и ничего не хочу, но если я прихожу и я снова вспоминаю о Ниве и начинаю так вот чувствовать любовь. Это дает мне энергию. И я начинаю сразу делать расчеты, почему, что, для чего, и так далее. Только с отрицательной стороны мы пробуждаемся и можем перейти на положительную сторону. И кроме того, получил от Творца это, значит, это признак того, что это для продвижения.